Axşamınız xeyir. Çox sağ olun, gəlmişsiniz bura. Mənim adım Ceyhun Atayevdir. Mən EY-in yenicə təyin olunmuş icraçı direktoruyam. Bugün biz yeni Biznes Akademiyasının yeni seminarlar silsiləsini başlayırıq. Və bugün birinci seminarda sizə dərs deyəcək Azad müəllim Hüseynov. Value Added Services Management departamenti var. Və Azad müəllim orada Business Analysis and Reporting Manager-dir. Azad müəllim, the floor is yours. Nəşnək, 31 yaşım var, adım Azad Hüseynovdur. Azərsel-də, Azərsel belə deyək, artıq 3-cü şirkətdir ki, hansında ki işləyirəm və ən çox, yəni həyatımın 3-də 1 hissəsi Azərsel-də keçir. Hal-hazırda biz təhlil və hesabatlar verib şöbəsi rəhbəriyə. Sözün açığı, bizim işimiz elədir ki, çox işimiz yoxdur. Amma işimiz həddindən artıq çoxdur. Allah şahidi Zeynəb, internşiplerimizdə hal-hazırda. 8 ildir ki, reportingə məşğuluq hesabatlarını və artıq belə bir... 3 il bundan əvvəl bizə gülürdülər. Hal-hazırda artıq ciddi qəbul edirlər. Nə mənada? Hesabatlar və təhlil olduğuna görə biz artıq bir və falçaya çevirmişik. 3 nəfəriyik. Misal üçün, yağış yağır sevdiyik. Niyə? Data revenue artacaq. Value Services ümumiyyətlə, nə deməkdir, onu da siz deyim. Value Services, əlavə dəyərli xidmətlər və ya SMS, MMS, yəni Research Marketing. Marketing ondan sizləyə bizdən kişisik. Yəsəmiş bu, cəvabda, izəki, işte bu, 50-50 bu. Marketing, первая часть, это voice, звонки. Там реклама, рекламный отдел. Value Services, это все сервисы, все продукты Азерселя, короткие номера, вендоры, third party, шоу-программы, сервисы, зяндим сервисы, кредит и т.д. и т.п. и т.д. И мы занимаемся тем, что все эти сервисы приходят к нам до лонча. Мы их анализируем, возвращаем. После этого, после лонча, они еще раз к нам возвращаются, и мы уже анализируем. Первое, анализируем, как хорошо мы подготовили feasibility. Второе, как хорошо идет продукт, как хорошо он работает, либо плохо, такое тоже бывает. Что касается гадалки, например, есть такой тренд, когда идет снег, например, вам ничего не надо знать. Вы просто можете быть уверены, что у любого телеком-оператора в мире будет увеличен SMS и дата трафик, а войс будет небольшим. Либо, например, чисто логически, у нас каждое, ну, сейчас лето, потом будет весна, потом зима, потом осень. В течение месяца у нас, например, увеличивается дата ревью и дата трафик. Пример очень просто. То есть в этом году это было с 10 июля, грубо говоря, до 10 августа. Причина Рамазан. Вы когда смотрите, начинаете анализировать абонентов, вы видите, что люди, они просыпаются в 4, потом начинается взрыв трафика, такой, как будто сейчас 2 часа дня, все сидят в интернете. И с ума сходит, начинается просто взрыв, половине 9 вечера, это перед ифтаром, потому что что делать, надо просто убивать время, и люди сидят в интернете. Мне так получилось, что я, честно говоря, планировал уехать в Барселону и учиться там, но получилось еще лучше, я поехал в Стокгольм и учился в Royal Institute of Technology. Обучение было, честно говоря, жутким. 7 месяцев я сидел там, было минус 35. Я молил Бога, когда это все закончится. Но когда это все закончилось, была жуткая пустота внутри. И сегодня тема, которую я сам предложил пройти сегодня вам, так, поделиться с вами, завершение. Называется бизнес-план. Будем говорить о бизнес-плане. О чем мы сегодня будем говорить, это бизнес-планы, просто проходил я бизнес-планы в 2009 году. Тогда кроме бизнес-планов ничего не было. Даже в Гарварде, я, честно говоря, более подробную информацию сегодня получил о том, какие тренинги были до моего тренинга. Значит, в то время, когда я изучал бизнес-план, честно говоря, в мире бизнес-план очень сильно котировался. Сдали, мы защитились и так далее, но на данный момент есть такое понятие, как стартап. Есть понятие бережливый стартап. Что это значит, я сейчас с вами буду... Это мы сами вместе сейчас пройдем через это. Это адженда сегодняшнего дня, значит, давайте начнем. Какова разница между стартапом и бизнес-планом? Насколько я знаю, вы все будете здесь писать и участвовать в бизнес-кейс компетишн. И я более чем уверен, что вам всем вот это понравится. Почему? Я очень извиняюсь за мой французский, но это будет культура создание бизнес-кейса и бизнес-плана.
то, что мы привезли из Стокгольма как Азерсель в Азерсель, то, что мы используем сейчас на работе, и то, что мы хотели бы, чтобы знали вы. Ничего сложного. Слушайте все, что будет неясно. Вы в конце сможете задать вопросы, а в самом конце я вам раздам все книги, которые привез оттуда из Швеции. То есть здесь детализировано абсолютно, прочтя эту книгу, все поймете. Значит, смотрите, если мы говорим о бизнес-плане, когда у вас появляется идея, как это все происходит? Вначале появляется идея. Если говорить, например, считайте, что нет Азерселя, и я человек, который может сделать целиком все, что угодно. У меня появилась идея фикс создать какой-то сервис. Сервис называется SMS. Раньше, в принципе, кто учится на Хиге, вы, наверное, хорошо, PNL знаете, наверное, что такое. Да. В PNL обычно люди делают на 5 лет prediction. По мне это неправильно. Это пятилетка, она осталась в СССР. Почему? Потому что нереально на 5 лет сделать prediction, и чтобы он был четким. Не бывает, честно не бывает. 8 лет работы в репортинге, они подтверждают то, что максимум 3 года. И то на третий год, на конец третьего года, у вас будет небо и земля уже. Четвертый год – это вообще палец в небе. Бизнес-план, он охватывает пятилетку. Если вам дадут какой-нибудь тест в будущем, сделать на 5 лет, проблем нет, делайте. Просто предупредите людей о том, что есть некоторые факторы, на которые вы никак не можете повлиять. Дефолт, инфляция и так далее, и тому подобное. То есть это война, например, да? Бизнес-план. Да, когда люди начинают писать бизнес-план, что происходит? Они все собираются в одной комнате, вот как вы все сейчас. Первое, что провозглашается, ребята, это все конфиденциально. Это все конфиденциально, и все, давайте поехали. Мы создаем сегодня сервис SMS. А сколько он будет стоить? Ха, а у меня сейчас в кармане монат. А давайте сделаем его 6 копеек. А давайте сделаем 6 копеек. А какая будет реклама? А она будет такой-то. То есть получается очень стерильный, ровный продукт и проект. Вы запускаете проект, и он фейлер. То есть полное еще, я очень известен, я не предупредил. Некоторые вещи я буду говорить на английском. Они не переводятся просто поэтому. Я не зарегистрирован просто. Очень большой фейлер рейт у бизнес-плана 75%. Почему? Потому что он настолько стерильный, настолько аккуратный, что любое минорное изменение, оно сразу рушит все. Абсолютно. Мы это рассмотрим чуть-чуть попозже. Что происходит еще с бизнес-планами? Почему я лично, как человек, который пропагандирует бизнес-планы как минимум в своей компании, считаю, что не всегда хорошо писать бизнес-план. Это опять-таки зависит от того, какой конкретно таск. Иногда можно сделать гораздо проще и гораздо интереснее. Я вам дам сегодня оба, чтобы вы знали, как делаются оба кейса. Первый – это будет стартап и бережливый стартап, второй будет бизнес-план. Сейчас я говорю о бизнес-плане. Уходит неимоверное количество часов. А часов каких? Вот если мы работаем все в Азерселе, значит, если я работаю в Value Added Services, мне нужен человек, который будет продвигать мой продукт. Правильно? Значит, один из вас – это Marcom Manager. Мне нужен человек, который будет считать, значит, один из репортинга, либо из финансов. Мне нужен человек, который будет работать с моими абонентами, значит, один из CR. А если это конфиденциально, значит, вы не простые работники, а вы менеджеры. И получается, что я из-за своего конфиденциального продукта собрал огромное количество менеджеров, у которых невероятная зарплата, очень высокая, и уходит man-hour, уходит деньги компании, и уходит время. Самое главное – time to money. Опять-таки, я говорю сейчас про минусы. Это не значит, что бизнес-план – это зло. И самая главная вещь – это voice of customer. Вы знаете, что сейчас был такой случай, когда мы в Твиттере написали про одну компанию кое-что. Наш сотрудник, например, про один банк написал. И вы не поверите, этот банк нашел через 2 часа на обеде в Бридж Плазе, что вот наша визитка, пожалуйста, не делайте такие вещи. То есть сейчас эпоха, сейчас 21 век, сейчас нереально что-то держать в тайне, в секрете от абонентов. И сейчас любой промах это сразу бьет по имиджу компании. Значит, как вообще появился этот термин бизнес-план? Немножко в историю. Первая в мире компания, она была основана в 1602 году. Самая первая компания, это была как совместная компания, если не ошибаюсь, Дании. Это была датская компания, извиняюсь, и они занимались тем, что продавали, промыслом занимались, короче. И уже где-то через 200 лет, в начале 19 века, в 1802 году, таких компаний было 500. Но самый большой минус этих всех компаний заключался в том, что, допустим, представьте здесь карту Европы.
правильно? Я сижу в Лондоне. Я знаю, что я передам свою компанию своему сыну. Окей? Но я не знаю, кому передать компанию, которую я хочу открыть в Шотландии, потому что у меня нет другого сына. Понимаете, о чем я? И поэтому первый университет, в котором появился MBA и Business Administration в мире, это был Гарвард. Это произошло в 1908 году, когда открылся первый MBA, и это произошло почему? Потому что люди начали понимать, что мне надо развиваться, мне надо открывать филиалы, там нужны менеджеры, и у этих менеджеров должны быть определенные знания. Поэтому появился в Гарвард, и первые выпускники, они окончили университет в 1910 году. После этого началась культура бизнес-плана. После этого. Она была немножко примитивной, развивалась, до конца 20 века. В 21 веке уже начали появляться стартапы. На самом деле стартапы были до этого, люди просто не осознавали, что это стартап. То есть не было определенной терминологии, грубо говоря. Теперь, что касается стартапа и бережливого стартапа, самый важный момент. Вот этот canvas, люди, которые занимаются вообще бизнесом, этот canvas, он вот просто должен быть отпринтован и прикреплен к стене. Почему? Потому что если вы создаете какую-либо компанию, либо продукт, неважно, вы должны пройти через это все. Вы должны ответить на все вот эти 9 вопросов. Давайте вот просто. Допустим, я создаю сервис Zengimse. Вот его нет в Азербайджане, да? Я как Азербайджан создаю сервис Zengimse. Я понимаю, что Zengimse там будет, наверное, 1000, если там в этом сколько песен? В Шазаме там или в Spotify. Ну, несколько миллионов, да, допустим, 3 миллиона. Если я понимаю, что у меня арбитизируем. Если я знаю, что в Zengimse у меня будет, если не 3 миллиона, но хотя бы 100 тысяч песен я должен иметь в базе данных, а один я это не смогу сделать, значит, мне нужны партнеры. Значит, перед созданием Zengimse я четко должен сознавать, кто мои партнеры, насколько им можно доверять, какой у них экспириенс, сколько лет они на маркете и чем они занимаются, и способны ли они вообще это дело поднять. Это очень важно. Второе, key activity. Чем я вообще собираюсь заниматься? Я собираюсь заниматься тем, что я буду продавать сервис Zengimse. Человек будет активизировать этот сервис путем SMS, посылки короткого какого-то кода на SMS. SMS-сообщение. Ресурсы. Какие ресурсы у меня уйдут на создание этого сервиса? И когда мы говорим о сервисе, если это не компания, допустим, во-первых, мне нужны люди. Во-первых, который будет менеджить этот продукт. Во-вторых, наверное, мне нужна какой-то software и hardware для того, чтобы суппортить своих вендоров. Следующее, немаловажное, это cost structure. И вообще, зачем вот это все я сейчас должен проходить через это? Потому что у меня нет денег. Либо я работаю в компании, и я должен продать свой сервис. Для того, чтобы люди купили мой сервис. И для того, чтобы они купили, это все прекрасно. Но без этого никто никогда не примет у вас ваш продукт. Люди должны знать, сколько они должны вложить. Понимаете? То есть сервис может быть восхитительным. Я не знаю, вы можете построить второй Flame Tower в центре города, но когда вы скажете, что это стоит, допустим, там сколько-то миллиардов, никто это не приобретет, потому что вы ничего не расписали. Вы обязаны четко знать, какие у вас косты. Вплоть до зарплаты, запомните, если вы арендуете помещение, вы должны знать, сколько стоит арендная плата. Если у вас оборудование, вы должны знать, сколько киловатт в час тратит ваше оборудование. Потом это умножается на количество рабочих часов в день, количество рабочих дней, и потом получаете ваш кост на год. То есть старайтесь учитывать все. В нашем кейсе, например, если мы делаем Zengimse, я знаю, что там в этом продукте будет работать человек 20. Я должен знать приблизительную, либо в лучшем случае точную зарплату людей для того, чтобы подсчитать man-hour и предоставить cost. Дальше, value proposition. Value proposition – немаловажная часть вашего продукта. Value proposition означает, а что вас в принципе отличает от других компаний? А кто вам сказал вообще, что ваш абонент, человек, которому хотите продать этот сервис, он вообще приобретет ваш сервис? Это немаловажно, даже если у вас на рынке нет компетиторов, запомните. То есть вы не можете никогда сказать, что у меня нет компетитора, и я это обязательно продам. Sorry, это не так, потому что если человеку ваш сервис не нужен, он никогда не купит, вы его никому не сможете продать. Сервис должен быть уникальным, сервис должен затрагивать нужды людей.
сервис должен удовлетворять в конечном итоге нужды людей, но так, чтобы человек мог заплатить за это еще вам. Потому что ваша конечная цель – это заработать. Следующая вещь – Customer Relationships. В принципе, я об этом только что упомянул. А любая компания, которая появляется на рынке, либо компания, которая у нее появляется новый продукт, они должны знать, как, где и когда они будут коммуницировать со своими абонентами, со своим покупателем. Потому что, элементарный пример, недавно, значит, вот там близкий друг сидит, говорит, мы с ним пошли, значит, в банк. И, честно говоря, знаете, вот одно из прийти в банк за кредитом, а мы пришли далеко не за кредитом. Да? То есть у нас была амеляция, которую мы должны были еще заплатить банку. Но после того, как нас там приняли очень радужно, да, мягко говоря, мы просто повернулись и ушли. Понимаете, то есть если человек создал систему, и он хочет зарабатывать, но он со мной не общается, я не буду ему платить. Понимаете, о чем я? Я просто тупо взял, написал в Фейсбуке, в Твиттере, там, где вообще я зарегистрирован, что товарищи вот так-то, так-то, я получил вот такое количество негатива об этом банке, а в конечном итоге пострадал банк. А просто почему? Он продумал вот это все, но не продумал вот эту часть. Это очень важно. Дальше сегмент. Есть вообще сегментация, вы слышали, что такое сегментация? Сегментация, его делят на... по возрасту, по... Демографическую. Вот давайте, вот я вам сейчас азерселевскую сегментацию дам, она не конфиденциальная, поэтому делюсь. У нас в Азерселе сейчас на данный момент 6 сегментов. А первый сегмент, он называется late mass. Туда относятся мои родители. Почему? Потому что эти люди, они знают, что такое зеленая кнопка. Правда, у меня сейчас мама более продвинута, у нее Galaxy S3. Они знают зеленая кнопка, красная кнопка. Иногда моя мама может писать смс, и то это было, я ее заставил, когда я был в Швеции, я ей сказал, что я тебе звонить не буду, учись писать смс. Но я не объяснил, как поставить пробелы, и поэтому смс был в одно длинное слово, я сидел вот 2 часа расшифровал. Эта группа людей называется late mass. То есть, что означает? Мы заняли цель late mass группы абонентов продать не сможем. То есть это факт. Следующая группа – это корпоративный абонент. Это люди, с которыми больше ценят voice, то есть звонки, и это люди, которые делают бизнес через voice. То есть без voice эти люди ничего не смогут. В конечном итоге опять пострадаем. Следующая категория, она, не буду говорить как, но это очень крутые люди. То есть нет, это люди с крутыми телефонами. То есть я не удивлюсь, если я сейчас возьму с ним статистику и найду уже iPhone 5s и 5c у них. Я абсолютно не удивлюсь. Но когда я посмотрю на их ARPU, ARPU это Average Revenue Per User, то есть сколько у него денег на балансе, сколько он мне приносит в конечном итоге, и я не найду там монаты за месяц. Это люди, show-off это называется. Когда BlackBerry только появился в Азербайджане, у BlackBerry была истерика. Потому что в регионе Азербайджан был номер один по количеству продаж BlackBerry, как у Азерселя, так и у Бакселя. И цифра была в 12 раз больше, чем Грузия, Казахстан, Узбекистан, Молдова, Таджикистан вместе взятые. Представляете, то есть это что за цифры, да? Наши любят, и поэтому у нас есть такой сегмент, да? Ну и так далее, и там подобное. То есть сегментов много, и каждая компания, например, в Грузии есть сегмент, он называется «Молодые девочки». Реально есть такой сегмент. Он так и называется. Вот теперь... Есть очень много методов, как можно определять сегмент. Это там, я не знаю, демографически, по возрасту, по полу, по месту проживания. Можно, например, если у вас есть информация о Фейсбуке этого человека, да, вы можете достать информацию о его хобби, сгруппировать абонентов там. Книголюб, занимается спортом и так далее и тому подобное. Но обязательно сегмент это очень важно. Вы должны знать, кому вы продаете свой продукт. Либо вы запускаете компанию. Кто будет вашим клиентом? Вы обязательно должны определить сегмент. Если говорить о сегменте на примере Зянгемселя, я так задам вам пару вопросов. И это очень легкий и простой метод. Он называется персона. Я просто советую вам запомнить этот метод. Он очень простой. Задаете первые вопросы людям, которые напротив с вами, которые придут в голову. Допустим, вот вам. Если взять сервис Зянгемселя, как вы думаете, на данный момент в Азербайджане, кто больше пользуется этим сервисом, мужчина или женщина? Мне кажется, женщина. Там надо задавать много вопросов.
А как вы думаете, большинство людей, которые пользуются сервисом, сколько им лет? В степ 5 лет берите. 10-15, 15-20, 20-25 и так далее. 20-25. Прекрасно. Если взять, чем он занимается по утрам? Вот этот парень, ему 20-25 лет. Во сколько он просыпается? Наверное, ходит куда-то в университет. В 7. Окей. Тогда вопрос вам. Сколько денег у него в карме? 20 марта. Теперь я вам говорю, кто он такой, а вы смотрите, насколько вы правильно ответили. Почему я вам предлагаю этот метод? Потому что у него аккуратность очень высокая, 80%. То есть из 5 заданных вопросов один всегда будет неправильный, но 4 от людей ответят правильно. Наш заинтересован юзер, и в принципе в Азербайджане, у любого оператора, это парень, ему 20-25 лет, но он не учится. И у него в кармане где-то, ну, манат 5-10. То есть в демографическую группу, вот этими простыми вопросами вы сейчас попали очень точно. То есть завтра, когда вы будете запускать сервис RBT, у вас перед глазами будет парень, который сидит там, я не знаю, в чайхане, у которого в кармане столько-то денег, понимаете, о чем я? То есть вы сейчас нарисовали персону, и вы уже продаете, вы должны все сделать, и рекламу на него нацелить, и продукты на него нацелить, чтобы продукт активизировался так, чтобы он понял. Вам наплевать должно быть на корпоративов и так далее, потому что они не ваши клиенты, товарищи, поймите это. Понимаете, о чем я сейчас? То есть вы реально заведомо должны знать, кто ваш сегмент, кому и что вы будете продавать. Если вы не знаете, кто ваш сегмент, вы ничего не заработаете. Сори, но какими гениальными вы здесь не были, вы ничто. Без этой группы, без категории, без ваших покупателей. Вот сказать еще, это самый большой фейлер. Была одна компания. А давайте на машинах. Если взять, например, давайте возьмем, например, Hyundai. Hyundai машины, которые продаются medium-классу, скажем так, да? То есть low может, medium-классу. Потому что, ну сколько стоит Hyundai эта машина? 15 тысяч, 20 тысяч, 25, 30, ну максимум пусть будет 40, да? Качеством Hyundai он особо не выделяется, да, согласитесь. То есть, ну, Hyundai, да, нормальная машина, ехать можно, сервис нормальный, а запчасти недорого. Я не помню, в каком году Hyundai решил выпустить машину премиум-класс. Она должна была стоить около 70 тысяч долларов. Но Hyundai просто назвал ее там, я не знаю, допустим, потолок Hyundai. Наша новая машина, потолок Hyundai. Знаете, за сколько штук они продали за год? 16. А знаете почему? Это не их сегмент, товарищ. Их сегмент никогда не купит премиум-класса машины. Понимаете? А что Hyundai сделал? Они просто сделали ребрендинг, открыли вторую компанию, назвали ее совсем по-другому. Hyundai Elagasio. Как Toyota и Lexus. Вы поняли, почему Lexus, он вышел по другим именам? Lexus это премиум-класс машины. То есть Toyota тоже это сильная, хорошая японская машина, но не премиум-класс. Это не премиум-класс, то есть это другой сегмент. И поэтому нужен был ребрендинг, люди открыли другую компанию. Понимаете? То есть вот это очень важно. Дальше вот эти две части. Ой, боже мой, ничего не видно. Revenue Streams and Channels. Что такое Revenue Streams and Channels? Как вы планируете вот эти, в этом канвасе на эти два блока вы должны отвечать на вопросы, каким образом вы планируете зарабатывать деньги, во-первых, и пользуясь какими инструментами вы планируете зарабатывать эти же деньги. Объясню. Вы можете, то есть какими каналами вы можете зарабатывать. Есть два канала на данный момент. Это виртуальный мир, это интернет. И это просто тупо магазин. Если брать о виртуальном мире, то он набирает сейчас в последнее время обороты, потому что даже такие бренды, как Burberry, Tom Ford, Gucci, они даже уже, товарищи, продают в виртуальном мире свои продукты. Второй channel – это магазин. Это просто стор. Неважно, какой магазин. На заправке я подошел, в магазин вы зашли. Неважно, но это face-to-face коммуникация. Что касается Revenue Stream, сюда даже вы обязаны, когда вы анализируете свой продукт, вы обязаны сюда вписать, какую модель ревеню вы планируете использовать. Есть несколько моделей, как можно сгенерировать ревеню.
Например, это драг-дилер. Вот первая модель, она называется драг-дилер. Почему драг-дилер? Потому что, допустим, вот представьте, да, я вам даю бесплатно 10 тысяч смс. На самом деле моя цель подсадить вас на это смс, чтобы вы потом за него платили. Поэтому эта модель называется драг-дилер. Либо, например, я вам могу предложить модель Зингер. Это пошло от швейной машинки. Есть такая швейная машинка. Это они придумали эту временную модель. А когда вы начинаете продавать свой продукт в кредит? То есть заплати сейчас там, вот, например, World Card или как там, бонусные карты. Товарищ, это Зингер ревеню модель. Вы платите сейчас, а потом, то есть не платите сейчас, а потом частями возвращаете людям. То есть после того, как вы ответили на все эти вопросы, я вас поздравляю, вы можете уже начинать работать. Вы можете уже что-то создать. Теперь давайте сделаем следующую вещь. Мы просто постараемся провести грань между бизнес-планом и провести грань между стартапом. Опять повторюсь, в самом начале я вам предоставил все минусы бизнес-плана, но это не есть зло. Почему? Потому что в самом конце я вам покажу пример наипростейшего бизнес-плана, который мы писали в Азерсейл. То есть его сейчас уже можно показать. Смотрите, когда появляется стратегия, то есть под стратегией здесь на самом деле имеется в виду мысль. То есть у вас появилась мысль, вы хотите создать какую-то модель. Если вы делаете бизнес-план, то вы запираетесь в комнате, начинаете так, внимание, сегодня всех поздравляем, мы делаем бизнес-план, мы сегодня работаем. Если у вас стартап, и вам нужно это сделать быстро, никогда не делайте бизнес-план. То есть бизнес-план в нашем случае, например, в кейсе Азерселя, я буду писать бизнес-план только если, допустим, ну, например, когда мы запускали 3G, я тогда писал 3 бизнес-план. Объясню, почему это очень глобальный продукт. Я знал, что он 100% будет. То есть там вариантов, да, нет, что мы не выйдем с 3G. Понимаете? То есть я знал все эти. Я знал, что у меня не будет фолта где-то, независимый, который не зависит от меня. Я писал бизнес-план. Но если мне говорят, посмотри, да вот есть такая идея. Вчера, например, мне один человек эту идею дал. Говорит, там, в кредит покупать там смс, продавать смс-пакет. На него никогда не пишите бизнес-план. Знаете почему? Пока вы начнете его писать, компетитор уже с 3 такими продуктами выйдет. Умейте дифференцировать, проводить грань и разницу, когда вам по предыдущему канвасу быстренько нужно ответить на вопрос. А когда вам ML башты, нужно сесть и писать бизнес-план. Вот в чем разница. Дальше. Если мы смотрим, значит, на product development, опять на примере 3G, либо 4G, да, который мы запустили, и дай бог он будет еще развиваться. Значит, в случае бизнес-плана, это линейное, ровное развитие продукта. То есть, если это 3G, я знаю, что 10 станций, 20 станций, 30 станций, 40. Это линейное развитие. Неважно, степ может быть не 10, 5, 15, 35, он может меняться из месяца в месяц. Но если у вас продукт, который, например, вот который я кредит вам сказал, первый вот Zeynep они делали, у них был такой продукт. Вам в первую очередь нужно услышать вашего абонента. Понимаете? То есть вы должны поговорить с ним. Есть несколько методов. Вы можете выйти на улицу поговорить. Вы можете на Фейсбуке, есть пол, такое понятие, то есть голосование. Сделайте там. Мы иногда прибегаем к этим методам, я вам честно скажу. А есть voice of customer. Вы можете притвориться, что вы не работаете, вообще никакое отношение не имеете к компании. Мы, например, иногда можем зайти в дилерский магазин, где нас вот так... Бунар вар, бунар белиштаймер, релиштаймер, и мы уже минусы все с вами знаем. Это называется voice of customer, это первое называется коллегиам учителей, то есть человек не знает, что я работаю в Азерсе. А voice of customer, это когда мы приехали в регион, например, и мы запустили ночной интернет-пакет, он стоил манат 80, и мы счастливы были, вау, супер, у нас за манат 80 есть, и мы притворились, что мы не из Азерсе, и задаю вопрос, в Чайхане мы были в Кубе. Чай меня пригласил сесть за стол, я сажусь, он говорит, чай чесень, я бухаю речка. Выпил в конце концов, он говорит, бакида на сань, я губали. Бакида на неча верам сам будет скапа. Я говорю, 10 манат. Гермен на гэда верам, и он дает 50 копеек. И когда он уже раскусил, говорит, сам за следующий сань, я губали. Ха, вы мерите все по своему карману, а не по нашему. Вы понимаете, мы в этот же день снизили цену в 2 раза. Автоматом. Я у него говорю, вот я могу вот так-то сделать, тебя устраивает, он все прекрасно. То есть не конкретно с ним, а рядом с сидящим, да?
То есть это касается уже стартапа. Обязательно нужно говорить с людьми. Если вы не говорите с людьми, это уже не стартап, это бизнес-план. Запомните. А есть, что касается организации. В случае бизнес-плана привлекается огромное количество ресурсов. Это менеджеры, менеджеров, менеджеры, CEO. Ему докладывается каждые 2 минуты. Вы на то, чтобы написать один дурацкий мейл, там будете 3 часа над фонтом играться и так далее, теряется огромное количество времени. А в этом случае, в случае стартап, это фрилансеры. Это люди, которые дешево, быстро и качественно будут работать. Они вам нужны, если это стартап. В моем кейсе, если это кредит, то я не буду привлекать туда всю свою команду. Так, ребята, мы работаем над проектом. Нет, я тихо, молча сяду, посмотрю, насколько это мне вообще нужно мне делать или нет. Если я вижу нужно, я продолжаю делать это дальше. Но опять-таки, это уже будет вот в этой части, да? Дальше finance, это для игр. Если вы будете делать... Вот сейчас я произнесу некоторые термины. Если не знаете, я их всех скажу. Потому что я их тоже на самом деле не знал, да? Это нормально. Если вам говорят, в конечном итоге, дай мне, сколько мы заработаем, сколько у нас будет абонентов, сколько абонентов останется через месяц, через два, сколько уйдет, вот такие есть вопросы. Товарищи, это относится к стартапу. Окей? Но если вопросы поступают следующим образом. А, еще косты тоже сюда в стартап. Все, да? Но если вам говорят, а какова амортизация костов? А какой profit and loss? А какой balance sheet у вашего проекта? Вам забудьте о стартапе, это не ваше. Переходите сюда и делайте вот эту часть. То есть, теперь вы понимаете, что я не могу на 3G дать наш ревеню и наш отток. Я должен дать ревеню, отток, profit and loss, сколько стоит одна станция, сколько, какая амортизация, depreciation, т.д. и т.п. и т.д. и т.п. Это уже в эту часть относится, да? Окей? Дальше, failures. Когда я говорю с абонентом, я уже знаю, что bonus limited олигопит, да? То есть, если я дам за 60, то, скорее всего, у меня будет не очень хорошая ситуация. В бизнес-плане я с абонентом не говорю, я чувствую. То есть, я чувствую как? У меня есть рапорт, я вижу, сколько у него было денег на балансе, вытаскиваю average того сегмента, который мне нужен, я говорю, опа, вот у него сейчас на балансе 70 копеек, а давай я продам за 60, да, допустим. На самом деле, у человека это верхняя грань, да, 60 копеек, понимаете? В случае стартапа я знаю, что ему нужно, и я готов к тому, что, может быть, после запуска мне придется срочно менять свой продукт. Может быть, а может и не быть. В случае бизнес-плана я к этому не готов. Не дай бог мне придется изменить цену. Ой-ой-ой, мне надо будет заново с первого процесса и дальше. Сидеть и людям доказывать, а почему я 60 дал, а не 50. Понимаете, то есть любой фейлер здесь... Он неожиданный для меня в случае бизнес-плана, понимаете? Я его не ожидаю, и это не очень хорошо. Здесь я ожидаю. То есть я могу подготовиться и сказать, что... Естественно, не инвестор, это мой план Б. Как план Б я могу сказать, что так. Здесь у меня будет такая цена, если пойдет так-то, не пойдет, вторая модель пойдет и так далее и тому подобное. Ну и последний спид, как ясно отсюда, если бизнес-план, вам нужно гораздо больше времени, чем стартап. Так, почему я это принес, поставил сюда? До недавнего времени в Гарварде, в Стэнфорде, в университете Колумбии были, значит, конкурсы на написание бизнес-планов. Их отменили. Их отменили, и сейчас бизнес-кейсы они просто. Есть конкурс на бизнес-кейс, здесь тоже будет, как я понял. То есть бизнес-планы, товарищи, по-любому, что бы вы ни делали, я не говорю, что это не нужно, это здорово это знать, потому что если вы не знаете бизнес-план, вы никогда нормальный стартап, то есть его составную часть, никогда в жизни не сможете написать. То есть поймите правильно, это как, ну если брать языки, то латынь, да, допустим, да, в медицине до сих пор латинские слова используются. Я не говорю, что бизнес-план вымер, он до сих пор жив, он актуален и так далее и тому подобное. Почему? Потому что в стартапе, можно сказать, 80%. На 80% используется бизнес-план. Кроме некоторых частей, которые я вам покажу. Что касается Амазона, допустим, да, то Амазон сам на самом деле как таковым является стартапом. Да? То есть Амазон был создан, так, человек сидел в гараже, решил продавать книги и так далее и тому подобное. После этого сейчас на основе клауда Амазон помогает людям побыстрее создавать свои стартапы.
То есть он помогает людям, давайте быстрее делать стартап. То есть если вы хотите сделать стартап, вам не нужно пойти искать сервер, понимаете? Вы можете купить его быстро через интернет у Amazon. Вот в чем разница. И вот эти Qualcomm, там General Electric, они тоже значит, используют это. Как происходит вообще? Вначале зарождается идея. У нас обычно в СССР это происходит следующим образом. Вечер, вы можете получить mail, а не сделаете ли нам это? И описывается какая-то идея, да, конкретная. Что вот, допустим, что-то сделать там с смс-ами, с датой, там, а давайте PySell, например, вытащим, и в то время было 100 контуров, помню, mail пришел, а может 200 сделать, а может, давайте посчитаем. Посчитали, все прекрасно, давайте сделаем. Да? Все начинается с идеи. Потом вы уже решаете, как вам это делать, насколько глобально это все. Да? То есть, если вы работаете в компании, вам нужно чисто сделать feasibility. Это, скорее всего, составная стартапа, но не бизнес-плана. Вам нужно сделать два feasibility. Финансовый и вам нужно сделать технический. Насколько ваша система готова вообще запустить этот продукт. Да? Насколько вы, как компания, готовы. А если вы делаете что-то очень масштабное, вот в регионе открываете вообще совсем другое, допустим, вот представьте, да, Starbucks продает кофе, и вдруг Starbucks решил продавать одежду. Понимаете? То есть это вообще-то другое, да? Совсем другое. Там бизнес-план, это не стартап. И дальше уже вы создаете свою компанию, начинаете работать. Что происходит? Значит, как это... Сам процесс, я его изложил здесь. Очень просто, там появляется идея, это выходит все на продакшн, вы промотите это, заходите на рынок, развиваетесь, девелопитесь и так далее. Котлер кто-нибудь из вас читал? Ты читал? Читали? Отлично. У Котлера есть очень простое правило 4P. Product, Price, Place, Promotion. То есть надо знать, какой продукт, какова цена, где продавать и как промотировать. И за сколько продавать, извиняюсь. Вот. Вот эта часть, то есть это важно. То есть бизнес-план, он, если вы технарь, то есть образование, почитайте Котлера, это вам честно поможет. То есть вреда не будет, как видим, от этого. Книга называется «Маркетинг менеджмент». Неважно, какое издание вы найдете, объясню почему. У него сейчас, боже мой, последнее, которое было у меня, оно 13-е. Но он пока живет каждый год, там, 14-е, 15-е, 16-е, 17-е, я не знаю, честно, я не знаю. И меняется буквально, там, я не знаю, перефразировка, там, пример какой-то другой будет, да, новый, за год то, что произошло. Прочитайте, это на самом деле очень интересно и очень важно. Значит так, что касается, дай бог, когда вы будете писать свои бизнес-кейсы, вот эти простые правила, их учтите, это золотые правила бизнес-плана и бизнес-кейса. Никогда в жизни, есть самое первое правило, есть люди, которые считают, что чем больше я напишу, тем круче я буду и тем круче будет мой бизнес-кейс. Будущее, извиняюсь за выражение, да? Никогда такие вещи не делаются. Золотое правило, не больше 30 страниц. Если у вас бизнес-план получается на 15 страниц, не убивайтесь, товарищи. Не делайте из него 20, там, пробелами, шрифтами, там, я не знаю, да, не делайте, нельзя. Пусть будет лаконичным, не лейте воду. То есть ваш бизнес-план должен быть чистым, ясным, понятным. Вот, например, да, можно написать expected revenue is about там, $2 million, да, а можно написать совсем по-другому. I think, according to the calculations, там, я не знаю, make там-то, это так-то, это так-то, и в конце вот эта цифра, да, 2 миллиона, понимаете? Не лейте воду, нельзя. Но не будьте супер лаконичными, нормально пишите. Вот как идет, так и пишите, да? То есть, ну не надо, вот воду не надо, пробелы забудьте. Шрифт, это не есть ГОСТ, это не есть стандарт. Это культура. Вы можете сделать шрифт и 10, и 12, вам никто ничего не скажет. И еще, это не касается презентации, повторюсь, потому что я слышал, что будет идет PPT-формат, бизнес-кейс. Это первая часть вода, это относится к PPT. Шрифты не относятся. PPT – это совсем другая история, вам нужен другой тренинг. Как правильно его делать? Ну, не то, что правильно, ну, коси, скажем так. Но если вы делаете PDF, Excel,
Word, там, я не знаю, либо что-то похожее, что я не знаю. 11 shift, нормальные пробелы, там полтора есть, и margins 2,5 сантиметра. Стандарт. Старайтесь не там превосходить там 30 страниц. Это никому не нужно. Честно, это никто не прочитает, кроме вас. Так, теперь самая главная часть. Я пройдусь по каждому пункту здесь в отдельности, но вот эта книга, я ее каждому из вас дам. Эту книгу нам дали в Стокгольме, и мы это изучали, на основе этого писали свой бизнес-кейс. Здесь каждый из пунктов, он не написан тоже, он разжеван. То есть здесь есть в конце даже пример. Пример азерселевского бизнес-плана я вам тоже покажу после этого. Да? Вот это, на данный момент это моя настольная книга. Я не могу сказать, что каждый день там занимается стартапными бизнес-планами, нет. Ну, дай бог там в месяц раз, в два месяца три раза. То есть нет, да, определенной очереди. 20 дней один раз, вот так. Опять, очень хорошая книга, советую прочитать, если будете готовиться к бизнес-кейсу. Потому что она как бы направит вас, она вам посоветует, она даст examples. С чего начинать? Вот вы начали, вот допустим, на вашем кейсе бизнес-кейс пишете, да? Вы начали писать бизнес-план, обязательно вы должны начать с executive summary, если это бизнес-план. Что такое executive summary? Представьте, я, Азат Гусейнов, продаю вам свой продукт. Вы привели с собой своего зама, который является менеджером маркетингового отдела. Я пишу executive summary. Что такое executive summary, товарищ? Коротко. Он не прив... Если ППТ один слайд, если Excel Word один лист, не больше. Что такое executive summary? Я буду создавать продукт Zendium Sale. Будет 100 тысяч мелодий. Буду продавать через такого вендора. Это будет стоить столько-то, я заработаю столько-то. Точка. Знаете, почему это делается? Любой президент компании, товарищи, он очень занятой человек. Ему честно, не до ваших 15 страниц. 15 страниц для вашего зама, для менеджера. Менеджер, он дальше будет это штудировать и смотреть, насколько вообще вы правильно стоите за своими цифрами. Понимаете, у нас наш бывший президент Азерселя, он просто говорил, сколько? Я приходил, я говорил, так, мы заработаем там 10 тысяч. Когда? Это все в экзекуцию сам. Я говорю, через месяц. Число такое-то. Окей, подпишись. Подписал. Это здорово. Это очень здорово. Это вас заставляет просто отвечать за свои цифры, понимаете? То есть первый лист, вы даете информацию, дальше вы доказываете, что вы правы на первом слайде. То есть это не бла-бла-бла, это не вода, мой продукт такой секой, да? Это точно. Значит, это будет executive summary. В executive summary, как уже договорились, это будет точно. Еще я один нехороший пример видел вчера. Ну, это само собой делал человек, который не знает, у него не было опыта в этой сфере, да? И он сделал презентацию PowerPoint. Вот представьте слайд, написано executive summary. Я дал все линки человеку, Google, там, я не знаю, ну, вот, Википедия. Все линки дал, зайди, прочитай, да, что такое executive summary. Человек мне вот таким шрифтом, вот одна буква вот такая, написал «My product is great», там я не знаю, да? «There is a huge potential», «Market», там я не знаю, что-то делает. Я, короче, очень крутой человек. Лучше не делайте, если вам нечего писать. Забудьте, да не делайте бизнес-кейс, товарищи. Не убивайте и не мучайте людей, которые это будут потом читать. Да. Нет, это вот технический вопрос. Я правильно понимаю, что summary пишется в самом конце кейса? Точно. Executive summary, вот этот же summary, его не пытайтесь сделать в самом начале, вам все равно придется его переделывать. Все равно. Знаете, почему? Объясню. Допустим, у вас идея сделать Zendium Sale с тремя вендорами. Опа, я сел и начал писать, да? Вау, я крутой, у меня три вендора и так далее. У меня все есть. А вот когда я дойду, допустим, до менеджмента, тим или маркетинга, у меня произойдет прокол, и у меня просто один вендор подставит и скажет, я не хочу с тобой работать. Бывает, товарищ, форс-мажор, это все бывает. И у меня от этого меняется все к чертовой матери. И ревеню, и мои отношения с клиентом, и мои отношения с партнерами. Поэтому нужно опять писать executive summary. Executive summary, просто оставьте место. Вот начали писать, написали executive summary, оставили место. Дальше уже начинаете работать над product ID. Окей? Okay?
Когда вы поставите финальную точку в своем продукте, переходите на Executive Summary, у вас уже все ваши идеи уляжутся, у вас уже все будет документально записано. Какой ревень, сколько людей, какой сегмент, какой маркет, цена, кост и так. Вы переходите туда и все это пишите туда. Естественно, без костов, без гросс времени и так далее. То есть без грязных приводов. Значит, здесь это один из самых больших, это одна из самых больших частей. Здесь вы должны ответить на то, что, а что вас вообще отличает в принципе от других? Может быть, некорректный пример, но, честно говоря, я пытался как-то понять и проанализировать. Он, когда на рынок зашел NARMOBILE, мы знали, что зайдет NARMOBILE. Я, честно говоря, думал, что они сейчас начнут ударять на low-сегмент. Ну, я так считал, да, потому что low-сегмент это просто люди, у которых они хотят дешево говорить. Понимаете? То есть был ASSL, был BOXL, я думал, что вот-вот, сейчас зайдут, там, я не знаю, да, сделают 0 внутри сети, там, сделают то-то, они могли быть успешны вполне. Может быть, естественно, если бы при условии ни NARM, ни BOXL, ни мы не ответили, мы бы, естественно, ответили. Но anyway, это был хороший стратегический ход. NARM выходит с рекламой, которая VIP-класса, я не знаю, помните, не помните, там девушка с самолетов сходит. Там вся гламурная, да, идет по улице, гламурный парнишка проходит и так далее. И говорит, мы NARMOBILE, там наши цены такие-то, и цены равны вообще, выше даже цен на ASSL и BOXL. И они за... В телекоме можно узнавать, да, сколько абонентов. Они чуть ли не за полгода, там, сколько тысяч абонентов всего. Понимаете, сегмент неправильно выбран был. Им не нужен был этот сегмент. И даже если сегмент был неправильно выбран, реклама была неправильная. То есть они неправильно ударили по маркету, по рынку. То есть вы здесь, вы обязательно должны расписать, какова идея вашего продукта. А чем, собственно, ваш продукт отличается? Потому что, извиняюсь, вам не всегда придется писать что-то инновативное. Допустим, SMS, он был создан в 92-м году, в декабре месяце. По-моему, 2-го или 3-го. 3-го, по-моему, да? Да, 3 декабря. Если я сейчас что-то решу делать с SMS, я ничем не буду отличаться от Turkcell, от BOXL, от Мегафон, от МТС. У меня должна быть какая-то идея. Идея может быть такая, допустим, unlimited SMS за 1 копейку. Идея какая? Идея это value for price. Самый дешевый оффер на рынке. Вот что меня отличает. Вас может отличать стоимость. Качество вас может отличать. Вас может отличать доступность. Сколько у вас вообще магазинов? Допустим, вот представьте, да, я говорю сейчас, я компания, произвожу ручки для школьников. Допустим, да, всем сейчас школа началась. Я говорю, ребята, у меня ручки бесплатно. Вот приходите и берите. Только у меня офис находится в Ленкерай. То есть это не есть, меня ничего уже. Я то, что меня отличало, я на ходу убил тем, что меня отличает. Да? То есть умейте правильно проанализировать и посмотреть, что вас отличает в лучшую сторону и убрать все, что вас негативно на вас влияет. Да? То есть sales channel и так далее. Ну, например, в случае ASSL, если мы проанализируем ASSL, это дилер нетворк, у нас более 600 магазинов, где можно сделать там, купить симку, элементарно, да, хотя бы эмуляторы, и около чуть ли не 100, где вы можете вообще чуть деньги оплатить, сим-карты, дубликации и так далее. У нас по Азербайджану, нас отличает колл-центр. Вы знаете, что всегда позвоните и всегда возьмут трубку. Это value, нас это отличает, да? То есть я сейчас вам привожу примеры, чтобы это было более доступно для вас. Здесь, во второй части, вы пишете об этом, что вас реально отличает. Много факторов есть, доступно, много очень много. Следующая часть, менеджмент тим. Я, честно, ее не использую. Вообще. Я ее делаю скип. Объясню почему. Менеджмент тим, если я начну использовать, он, знаете, когда нужен? Допустим, вы слышали про проект, который скоро запустится, он называется MNP, номер дальше массы между операторами. Эшидмисы, да? Я не чок бейбель продукт, так я теперь на свой сделаю на азербайджанском. Чок бейбель мясулды, да, сөзін ашу, чок глобал бейбель мясулды, да, я не глупо.
global bir xidmətdir, hansı ki nazirlik tərəfindən irəli sürülüb, 3 dənə operator bunu həyata keçirilməyə planlaşdırır. Təbii ki, nazirlik varsa, Azercell varsa, müştəri varsa, bu məhsul, bu xidmət direkt olaraq CEO tərəfindən, prezident tərəfindən kontrol ediləcək. Düzdür ya, yox. Yəni, belə təqdirlərdə prezident var, mənim mənəcərim var, o biri mənəcər var. Yəni, sizdə böyük bir kütlə rəhbərlər var, nə bilim, işçilər var və s. Bu zaman siz mənəcərin içindən mütləq istifadə edəcəksiniz. Və bu necə olacaq? Siz deyəcəksiniz, yuxarıda bir dənə kvadrat çəkirsiniz, misal üçün, deyirsiniz, CEO. Bunun üçün sorumludur şəxs. Xət getdi, mənəcər, marketing mənəcər, məhsullardan. MMP-dirsə, əgər həmin o dediyim xidmət, yazacaqsınız, Azercell CEO-su kontrol edən bir şəxsdir, yəni bu prosesi. Marketing manager var, Value Added Services manager var, Customer Relations manager var, hansılar ki, direkt olaraq xidmət çıxardacaq, müştərinlə təmasda olacaq. ISC manager var, hansı ki, proqramları düzəldəcək və s. Bu zaman management team lazımdır. Startupdırsa, management team deyilən bir şey yoxdur. Freelancerlar da orada. Siz sadəcə burada nə yazacaqsınız? Məhsulun sahibi, mən, ideya, filan kəs, ISC tərəfdən freelancer belədir, experience belədir, filan universitet bitirib, filan şey bacarır. CR tərəfdən, bu application yazılacaq, filan kəs tərəfdən, experience belədir, filan. Managementdirsə, bu zaman managerların, rəhbərlərin adı, soyadı, vəzifəsi, bu, əgər daxili bir məhsuldursa, qırağa satırsınızsa, əgər məhsulu, bu zaman artıq çox yazmalısınız. Çünki siz mənəcərlərinizi tanıyırsınız, cəmat tanıyırsınız. Növbəti, ən sevdiyim, marketing hissəsi. Burada nədən danışırsınız? Personanı ki müəyyən elədiniz, qiyməti ki müəyyən elədiniz, nə bilim, surveylərinizi keçirdiniz, haradan satacaqsınız, necə promotion olunacaq, reklam nə cür çəkiləcək və s. və s. və s. Hamısı marketing hissəsində yazılır. Adətən insanlar nəyini edir? Biznes planı alır, Executive Summary-ni oxuyur, keçir marketing isə, sonra o növbət slaydə finans hissəsi var, ona keçir. Adətən, əgər insan tələsirsə və tez bazar nəyəsi götürmək istəyirsə, ona görə böyük olmasa hamısını oxuyacaq. Amma mənə görə ən maraqlı hissə burdadır. Business System. Business System-də nə yazacaqsınız? Təsəvvür edin ki, siz MMP-ni edirsiniz də, yəni həmin xidməti. Burada yazırsınız ki, mən proqram dəyişəcəm, proqramı özüm yox, mən onu kiməsə sifariş elətdirəcəm, bu qədər pul verəcəm. Burada bütün bu keysləri biznes sistemində yazırsınız. Proqramın dəyişdirilməsi, outsource, yəni bir var in-house, azısı öz edir. Bir var outsource, kimi başqası eləyəcəm, mənim vaxtım yoxdur onu sərf eləmək. Sonra müştərilən işləmək, in-house, özüm işləyəcəm. Blankların doldurulması, özüm doldur, mənim işçim dolduracaq. Nə bilin, filan şey olunması, outsource, qıraqdan götürəcəm adamı. Burada bunu yazmalısınız. Okey? O da varsa, əgər yoxdursa, boş buraxırsınız. Misal çəkin, hər şeyi özünüz edirsiniz də. Ehtiyac yoxdur burada, soğut etdik, sonra spisim çizdik, misal, ya, nina, zəçin. Üçü çaydın, slogan, biznes hissəyə, marketing hissədə götürmə yazın. Hər şey mən tərəfdən olacaq. Şey olacaq, həyat keçiriləcək. Всё, okey? Немало важная вещь – realization schedule. Вы будете очень серьезными людьми, если вы придете к кому-то и скажете, что у меня есть продукт, я заработаю 10 миллионов долларов, а у меня будет 1 000 000 абонентов, но вы не сможете ответить на вопрос, а когда вы это вообще видите, да, понимаете? Вы не, если на это вы не сможете ответить, вы не серьезные люди. Поэтому есть специальные чарты в Википедии, их очень много, и здесь книги тоже есть. Есть специальный чат, где вы делаете следующую вещь. Смотрите. Это самый простой формат. Его используем мы внутри. Вот я лично его использую. Выходим с SMS-компании. Окей? То есть посмотрите, насколько он прибыль. Да? Окей? Второй этап будет. У нас это называется PTR. Это Product Tariff Request. То есть я в системе пишу, я хочу такую-то компанию. Там она будет столько делать, и наш ICT-департамент, они воплощают нашу идею в жизнь. Дальше тестит период.
когда я буду тестировать свой продукт, он вообще перед тем, как я выйду. Дальше будет промоушен. Как я буду промоутировать, да? И здесь... Launch. В принципе, да, вы правы. Я лонч пропустил. Лонч вот здесь, товарищи. Извиняюсь. Лонч. Вот лонч. Лонч, промоушен. И дальше здесь идет его финальный анализ. Здесь ставится точку, обычно в банковской сфере. Это идет вот так. В целиком системе, во всем мире, это доходит сюда и опять сюда. Опять анализ. Теперь смотрите, вот вы написали вот это все, все эти этапы. Дальше делается такую вещь. Это самое простое. Не останавливайтесь на этом, делайте, гуглите это и найдите что-то другое. Найдите свое. Схем много, обязательно кому-то может понравиться другая. Делайте следующую вещь. Допустим, январь, либо лучше пишите month 1. Потому что неизвестно, когда вы это начнете, чтобы потом эту часть не менять, да, окей? Там, month 2. Масс 3, масс 4. Окей? Физибилити у меня займет 10 дней. PTR, имплементация, она займет там полтора месяца 20 дней. Физибилити подогнал. Ну, короче, тесты там, допустим, столько же. Лонч один день, вот он такой жирный. Промоушен начнется отсюда сюда. И финальная часть там. Вот здесь, да? Вот. Эти линии, они могут пересекаться. То есть я что-то с этим могу одновременно делать. Окей? Но главное, чтобы люди знали, когда вы начнете, когда закончите каждый этап. Чтобы люди знали, когда вы вообще закончите весь проект полностью. Чтобы люди знали, чем вы сейчас занимаетесь. Да? Сказали, я запущу через 2 месяца, а может вообще ничего не делать. Так. Риски. Немаловажная вещь. Что такое риск? А иногда бывают продукты, где рисков нет вообще. Но в большинстве случаев риски существуют. Риски нужны для того, чтобы вы знали, к чему быть готовы. Допустим, ваш абонент сказал, я не куплю у вас продукт за 60 копеек. И вы можете сказать, товарищи, вот у меня вариантов нету, допустим, да? Вот вы продаете книгу. Она стоит, вот бумага, весь кост, обходится в 30 копеек, допустим, да? Вы говорите, что я продаю за 35. Но у меня есть риск. У меня есть риск заключается в том, что я не смогу это нормально донести до людей. Книг много на рынке. Окей? У меня есть риск, что люди вообще не заинтересуются этой книгой. То есть вы описываете все кейсы, когда вы можете заработать ничего. Ноль. Либо вы можете... Риск следующий. Вы знаете, что у вас в системе где-то прокол, и вы не можете его изменить. На стадии бизнес-плана они писали... Вполне возможно, тормозная система вот этой машины, она не очень хорошая. Вполне возможно, там кто-то сделает аварию, и дальше будет просто ужас, да? И они пишут, что будьте готовы, что вы возьмете и отзовете свои 1 000 000 машин обратно. И они, зная этот риск, запускаются. И когда они понимают, что да, произошло, они отзывают обратно. То есть риски, будьте честными, никогда не врите, да? Прежде всего, сами себе не врите. Потому что есть люди, которые не пишут риски, но вопрос почему, они говорят, я не могу написать риски, если я напишу риски, продукт их запустит. Например, в случае телекома, не каждый телеком-оператор, нет, ни один телеком-оператор не дает что-то анимитить. Network сядет, товарищи, это риск. Network сядет, то есть он не будет работать, никто ничего не будет работать. Так, теперь заключительная часть, financing. Financing – это, опять говорю, все зависит от того, что вас попросили сделать. Если вы работаете в крупном холдинге, который очень большое внимание уделяет финансам, не смешите людей и не задавайте вопросы, а мне P&L сдать или это сдать. То есть, если вы знаете заведомо, что у компании есть культура P&L, там, balance sheet и так далее, и это ваш job description, в вашем job description написано, не давайте просто subscriber аккаунт и так далее и тому подобное, да. Даете она либо что всю финансовую часть, если это бизнес-план. Если продукт не очень, вот в нашем кейсе у нас бывают оба случая. То есть если это 3G, 4G, там, 2G, 3.5G, мы пишем все. Но если продукт не очень большой, компания, небольшая компания, которая будет длиться 10 дней, будет участвовать 20 000 абонентов, нет необходимости сидеть столько убиваться, да, то есть
компания потеряет больше от того, что я на это потрачу время, понимаете, нежели от того, что я им что-то сделаю или не сделаю. Да. То есть финансовая часть, если небольшой проект, вы просто пишете количество абонентов, там сколько запросов будет на душу населения. В финансовой части там вы можете показать revenue, gross revenue. Вы можете показать net revenue, вы можете показать затраты, вы можете показать, где больше купили. Например, некоторые люди, это очень красиво. Если это взять Азербайджан, правильно? Mm-hmm. Можете показать вот так, здесь больше, здесь больше. Тоже репортинг. Ничем не отличающийся от финансика, да? Вы можете дать, это уже пост, после, в конце. Но желательно. Давайте просто revenue, косты, net revenue, количество абонентов, количество запросов на абонентов, если одежда полетит. Например, вы являетесь руководителем Walmart. Вам нужно знать, сколько раз у вас клиент возвращается в ваш магазин. Сейчас я вам покажу азерсельский пример. Не судите строго, объясню почему. Этот бизнес-план мы написали... Я два покажу на самом деле. Вам этот бизнес-план мы написали, значит, это был самый первый бизнес-план, который мы вообще написали. Значит, это будет BlackBerry for Prepaid. Это было в 2010 году, когда только-только вернулся с университета. Раздал книги, мы сидели с Исламом. Мы сидели с Файдом Исламом, занимались там и так далее, и мы решили написать бизнес-план. У нас никто этого не просил. Мы просто начали это делать. Значит, смотрите. Это титульный лист. Я бизнес-планы пишу в Excel. Я не знаю почему. Не задавайте вопрос. Честно не знаю. Обычно другие люди пишут его в Word, потом конвертируют в PDF. Обычно. Я пишу в Excel, мне так удобнее. Просто из-за того, что, наверное, у меня работа, она связана с Excel. Это титульный лист. Так, здесь мышка не работает. Так. На титульном листе вот он здесь заканчивается. Так, здесь. Ну, если покажу. Значит, смотрите. Давайте просто чуть-чуть увеличу. Вот. Видите? Дальше мы уже, когда первый раз написали, не бойтесь делать ошибок, товарищи, потому что нужно когда-то это начать делать. Не начнете, никогда не будете делать. Дальше мы сюда добавили в других проектах уже, когда делали бизнес-план. Когда мы знали, что это очень конфиденциально, кому нельзя, там в течение года мы писали, конфиденциально может быть отношено там в таком-то году. И наверху писали копия one of там сколько-то, либо two. Обычно три копии делаются, не больше. То есть одна шла SEO, одна менеджера, одна оставалась у нас. Но мы, честно говоря, максимум одну делали. То есть первая или вторая копия. Больше копий не было. И делали лог просто. Дальше идет контент этого бизнес-плана, о чем мы здесь собираемся говорить. И вот этот злосчастный executive summary написан в самом конце, где мы пишем title, business, summary и так далее. Не пытайтесь сейчас что-то писать, в книге все есть. И в книге есть даже больше, чем здесь. Это самая первая наша работа. То есть мы здесь писали, кто этим будет заниматься, finance часть и так далее. Дальше мы ходили, уже начинали competition анализировать. А что есть у нас? А что есть у Бакселя? А насколько мы сильные? Ресерчи проводили. Потом мы здесь писали, а какие телефоны будут и за сколько мы их сможем продать абоненту. Это 2010 год. Как мы выйдем на рынок? А вот эта часть, хорошо, что я вам это показал, запомните, если вы пишете такой бизнес-план, и вы здесь говорите, цена будет там 6600 контуров, либо 3400 контуров, да? Это не просто слова. За этим файлом стоит вот такой Excel-файл, где вот эти подсчеты. Поняли? То есть главное не написать цену, главное ее почитать и написать сюда. Сюда эти подсчеты не нужно ставить. Это как аппендикс, конец ставите. Самый-самый конец. Принтуете в конце аппендикс 1, аппендикс 2 и так далее. И люди берут просто и смотрят, да, кому интересно. Но так сюда не нужно ставить. Просто прайс такой-то, точка, окей? Realization schedule, что зачем идет. Revenue assumption, сколько заработаю. И trend analysis. Это самая первая работа. Дальше показываю работу номер 2. К сожалению, остальное, то, что уже получился, я буду куда поставить. То, что уже там по 25 страниц, это, к сожалению, пока не могу показать. И не думаю, что покажу. Да. Это BlackBerry Lite. BlackBerry Lite, это знаете, что такое? Когда BlackBerry стоил 18 манат, это 20 манат.
вышел BlackBerry сервис, он стоил 9 манат. То есть там работал только BBM, один email, и если платили в 2 раза больше, у вас там 10 имейлов и так далее и тому подобное. Но мы начали его анализ, это совершенно другой дизайн, его делал не я, это делал мой работник Фарид Исламов. А здесь мы показывали current ситуацию, здесь мы показывали вообще, что происходит, мы какое место мы занимаем на рынке. Здесь мы обзванивали людей и спрашивали, а вообще чем вы пользуетесь? Видите, 90% пользовалось BBM, да? Мы сидели, вытаскивали value этого BlackBerry, какой value для абонента. Потом вытаскивали результаты research. Потом за этим файлом стоит, я не знаю, Excel, там, на счет, там счетов, наверное, 10, где мы делали подсчет, сюда уже сразу вписывали цены. Дальше мы ставили альтернативные пакеты, если не мы, то кто? Кому пойдет абонент, да? Баксель. А зачем подойдет? Из-за этого. Дальше уже давали, там, какая лицензия, кому мы будем платить, сколько платить и так далее и тому подобное. Окей? Okay? Mm-hmm. То есть я вам сейчас показал два абсолютно разных бизнес-плана. Это были первые работы. Это ни в коем случае не экзампл для вас. Объясню почему. Потому что мы это делали тогда, когда мы только-только это начинали. У нас было только физибилити. Мы делали только лишь физибилити. Финансовый и технический. Мы не делали бизнес-план. А вот как это грамотно предоставлять, мы научились только тогда. И то после этих двух мы поехали к другим операторам, к другим людям, к другим компаниям, и они уже начали нам показывать, йо, куну белели, мы белели, хелеяс, мы белеяс. Поэтому я вам советую, почитайте книгу, она очень интересная. И начните, вот когда у вас будет бизнес-кейс в стадии, да, сядьте и вот оттуда постарайтесь взять хотя бы 70%. Все по-любому не сможете взять. Не из-за того, что не можете, а потому, что вам нужно это просто. Окей? Ну все, спасибо.